Замело. Минувшей ночью Бердянская коса на несколько часов оказалась отрезанной от города. На некоторых участках снежные заносы достигали высоты двухэтажного здания. К утру дорогу расчистили, общественный транспорт в Бердянске работает в штатном режиме. Проблемным можно назвать междугородное автобусное сообщение. Несмотря на то, что официально отменены рейсы не были, по словам водителей, сложности с проездом есть в направлении Конских раздоров Пологовского района и на трассе Бердянск-Камыш-Заря в Куйбышевском. На этих участках на расчистке снега работает техника Запорожского облавтодора. Температура воздуха минус 8 градусов, ветер северо-восточный порывистый, снег сухой, поэтому переметы снежные на дороге требуют постоянной уборки снега. В городе работает 11 единиц техники.